началом рабочей недели к нам снова придут дожди. 13 июня в Сарове утром плюс 13, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. Ночью плюс 10, ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 14, днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, ночью плюс 9. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков. Утром плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ночью плюс 10. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.